2 декабря во Дворце культуры железнодорожников состоится ежегодный казачий праздник, приуроченный к началу возрождения казачества на Самарской земле. На сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы, ансамбли казачьей песни «Казаки Поволжья» и «Сваха», народный хор русской песни «Волжские зори» и многие другие. Кроме того, перед началом концерта с 13.00 до 14.00 в фойе Дворца культуры будет организована выставка фотографий по истории самарского казачества. Посетители смогут приобрести казачью форму и атрибутику национального содержания, а также различные сувениры и изделия женского рукоделия. Вход на фестиваль свободный. Начало в 14 часов, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с ГИБДД запускает социальную акцию «Безопасный Новый год». Она пройдет в школах с 4 по 22 декабря, информирует телеграм-канал городского департамента образования. Акция проводится в два этапа. С 4 по 15 декабря будет создание тематических елочных игрушек, а с 18 по 22 декабря акция по распространению елочных игрушек по тематике соблюдения правил дорожного движения. Во Дворце ветеранов в рамках работы клуба семей военнослужащих Советского района «Свои» состоялся мастер-класс «Русская народная кукла». Каждый участник создал собственную уникальную куклу, которая стала подарком и воспоминанием об этом творческом занятии. По окончании мастер-класса ребята вместе с мамами поиграли в настольные игры, пишет телеграм-канал Советского района. 30 ноября отмечается День государственного герба Российской Федерации, информирует телеграм-канал Кировского района. Праздник был учрежден в 1993 году и посвящен символике страны. Государственный герб России предоставляет собой изображение двуглавого орла, который восходит к гербу древнерусских княжеств. Герб России олицетворяет силу и мощь, единство и дух всего народа. Наряду с флагом и гимном герб является государственным символом Российской Федерации.